В опыте используется катушка, внутрь которой может вставляться металлический сердечник. Катушка соединена с амперметром и подключена к источнику тока. О величине магнитного поля катушки будем судить по повороту магнитной стрелки, которая в данный момент направлена по магнитному меридиану. Включим источник. Заметим, что под действием поля катушки стрелка повернулась на некоторый угол. Сила тока в установке составляет 2 ампера и по ходу опыта меняться не будет. Если в катушку ввести сердечник, угол поворота стрелки еще больше увеличивается. Теперь ее направление почти совпадает с осью катушки. Если сердечник удалить, угол поворота стрелки уменьшается. Хорошо видно, что угол поворота магнитной стрелки зависит от наличия в катушке сердечника. Если сердечник удалить, а источник электропитания выключить, то стрелка займет свое исходное положение.